Наведение в городе чистоты и порядка несет прямую угрозу для здоровья. Опасность стоят себе разбитые бутылки и использованные шприцы, замаскированные опавшей листвой. Всего один укол может послужить причиной гепатита или ВИЧ-инфекции. Подобные случаи заражений регистрировались медиками в 2010 и 2013 годах. Только за прошлый год после уколов на субботниках за помощью к медикам обратились более 20 человек. В этом году уже 5 случаев. В основном во время субботников страдают школьники. Не столько опасно именно заражение ВИЧ-инфекции, надо сказать, к слову, что именно заражение гепатитов, потому что и в тех же иглах, шприцах, которые имеются кровь, мы же не знаем от кого, заражение гепатитом – это, в общем-то, в 30 раз быстрее заразиться вот таким вот образом. Медики предупреждают, чтобы не подхватить инфекцию, во-первых, уборки нужно тщательно планировать, а во-вторых, необходимо соблюдать ряд правил безопасности. Всегда надо иметь перчатки при себе. Затем, когда вы видите большой мусор или какие-то, все равно это приходится делать. Не делать это голыми руками, опять-таки, даже в перчатках. Брать надо обязательно материал тот, который, с чем надо работать. То и это лопата, то пусть это будет какой, в общем-то, уборочный материал. Обязательно инвентарь должен быть под рукой. Если же укола или пореза избежать не удалось, специалисты рекомендуют немедленно промыть место травмы проточной водой и ни в коем случае не выдавливать кровь из пореза. Следует обратиться в ближайшее медучреждение или аптеку, обработать рану антисептиком и заклеить пластырем. И как можно скорее, не позже 72 часов, прийти в центр по борьбе со СПИДом. Там квалифицированные медики смогут оказать всю необходимую помощь. Светлана Лебедева, Сергей Баданин, новости Темиртау.